Здравствуйте, друзья. Нелегитимный рассказывает, что бойцов ВСУ из Курской области выбивает 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Действительно, около двух недель назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника примерно на расстоянии 10 километров от нашей госграницы. А вот те самые бойцы глазами украинских военных. Це лежать бійці 155-го батальйону Чекшотом морської піхоти. Не вийшло їм вибратися туди, куди вони хочуть. Це все, що від них може бути. Дальше вони не добралися. И затем вдоль госграницы начали движение достаточно дерзко и героически действительно действовали. Прошли примерно тоже 10 километров. У меня одного вопрос. Что делает 155-я бригада Тихоокеанского флота в Курской области за 15 тысяч километров от Тихого океана? Никого ближе, получается, не нашлось. Затем для закрепления этого успеха были подключены и другие подразделения российских вооруженных сил. Это 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 106-я дивизия ВДВ, 51-й полк и 137-й полк. Затем 56-й полк 7-й дивизии ВДВ и, конечно, 83-я бригада. Говорят, Гитлер тоже в 1945 году отдавал приказы армиям, которые на тот момент уже были разгромлены.